сказать, вот слепил и получил такую штуку, которая включает мои локальные переменные. Ну, точнее как, в рамках этого метода продукт DAO, это было поле, видимое вот здесь, во всем объекте, а ID, это было вообще локальная переменная, вот ее вычислил. Я смог слепить объект, который захватил мой локальный контекст. То есть в момент вызова значение продукт DAO было такое, значение ID было такое. Я слепил его, но не вызвал. Решил две проблемы с трех. Runable и Callable, эти интерфейсы служат для реализации шаблона команда. И теперь у меня штука, которая все знает, как делать, но пока не делает. И я ее даю транзакшн менеджеру. Говорю, друг, вот тут все есть, что надо, только оно еще не стартанутое. Транзакшн менеджер говорит, хорошо, получаем connection, кладем thread local. Теперь говорим, давай, вызывает call, происходит таки вызов. То есть, когда мы вот создаем объект, важнейшим, когда мы вот это создаем, у нас метод не вызывается, правильно? Продукт DAO select by ID вызовется тогда, когда вызовут метод call. Но я вот тут, извините, вызвал только конструктор. Я даю transaction manager, он подготавливает, подготавливает connection, говорит, окей, хорошо, я получил connection, вызывает, потом он уже, спасибо Spring, установлен дата с отцом во все дорожки. Когда они захотят connection, то они обратятся ко мне, а я из thread local переменной выдам им connection. Я вызываю call, они пользуются моим connection, который я сгенерил. Когда call заканчивается, я говорю, о, хорошо, без exception, commit с exception и rollback. Ответ возвращаю. Абсолютно аналогично я могу сделать security. Да, я просто. Вообще говоря... А это вы выложите? Да. Это завтра? Ну, прямо вот это, я не уверен, что вот это, если мы сейчас запустим, оно прямо сходит в базу, но я могу спаковать и выложить. Или я запущу, если оно в базу так и не сходит, я все равно выложу, напишу, в базу что-то не ходит. Тут все правильно сделано. Давайте в следующий раз пойдем туда. Ну, сейчас вот все абсолютно правильно, просто... Итак, смотрите. Последний момент. Все контейнеры, которые позволяют то, что называется декларативный менеджмент транзакций, они делают следующее. Вот эта собака transactional, если ты у какого-то бина метод обозначил собака transactional, то это означает, что этот бин обязательно должен быть должен быть построен не по new, а вытащен из какой-то местной фабрики. Если вы под спрингом, то он должен быть через get bin у application контекста вытянут. Если вы под EGB, там тоже есть часть, когда вы не делаете new, вы приходите и говорите, друг, давай мне по имени вот эту ерунду, тебе дают. При этом он использует аспектно-ориентированное программирование. И вот этот вот код, вот этот нехитрый трюк, прикручивает, то есть каждый раз, когда он возвращает штуковину, вы просите продукт DAO, это интерфейс. Вы нигде не используете реальный наследник, это продукт DAO, там JDBC, Impl. Вам возвращают другую реализацию продукта DAO, которая вызывает transaction manager, которая вызывает вот эту ерунду. Если вы используете голый Spring, вы приходите к Spring. Spring, дай мне по имени продукт DAO. Тебе дают продукт DAO JDBC Impl. Если же ты вот тут вот поставил собака transactional, то когда ты говоришь Spring, дай мне по имени продукт DAO, тебе возвращают не конкретный класс, тебе возвращают какую-то другую реализацию интерфейса продукт DAO, у которой в методе select by ID вызывается вот эта фигня с transaction manager, который вызывает реальный продукт DAO JDBC Impl. Вопрос transaction manager в той книжке, которую ты сказал по шаблонам. Нет. Вот мы посмотрим, мы его настроим просто в Spring. А, просто это уже у тебя, да. То есть если я наберу Spring Transactional. Если
сейчас рассмотрели работу спринта, правильно? Да. Она только со книжки по спринту, да? Да, но в данном случае это как бы не шаблон, а я не знаю книги, где это шаблон, но это одинаково сделано и спринги, и гиджили. То есть мы смотрим просто Chapter 9 Transaction Manager, просто вот спеки спринга, Motivation, ну вот тут надо читать, вот тут вот ссылки. Вот у них просто, ну я назвал Transaction Manager Input, у них платформа Transaction Manager. Ну для начала хотел почитать подорожку, никто не помешает. И у них вот тут похоже, у меня тут Transaction, ну короче, они очень похожи. А книжку по дорожкам вы, может быть, ну это просто поискать ваши книжки, просто посмотреть по вашим книжкам, которые вы нам давали, там какие будут шаблоны и по шаблонам. Хорошо, лекция закончена. Спасибо большое.